Спасибо большое. Добрый вечер. Мы еще ни разу не начинали наш концерт с этой песни. Это так необычно. Тем не менее, это было наше посвящение прекрасной Джонни Митчелл. И эта песня у нас прекрасно складывается в диптих со следующей нашей песней, которая называется «Sailor». Just play the game.
Хочется еще раз напомнить, что на самом деле это не грустная песня, несмотря на щемящий минор. Я надеюсь, все успели это заметить. А сейчас мы, наверное, споем что-нибудь. Свое не свое. Да, и снова у нас игра. Я угадаю эту песню. Sweet.
сейчас про нее и споем. Не понимаю.
Споем песенку про гармошку. Это песня группы The Who. Потом вдруг стал музыкальным инструментом.
все благодаря одному нашему хорошему знакомому, нашему другу Мише Данилову, у которого золотые руки, и он из любой какой-то ерунды может сделать музыкальный инструмент. И, собственно говоря, он и стал прототипом героя следующей песни. Правда, героя следующего песни зовут Дэнни Лоуф, Дэнни Батон или Дэнни Лентяй, но как раз в этом и кроется секрет. Миша Данилов превратился в мистера Дэнни Лоуфа. There was a man with a golden hand. He could do anything in this land. He could build a house, he could make some chairs. There was nothing he couldn't repair. And one of those days, warm and sunny days, he heard someone's knock on his door. Thank you.
у нас получилось. И снова по ритмам блюзу. Мы споем песню про кораблик. Очень маленький, но очень гордый. Интересно, что каждый из присутствующих в зале для себя ассоциирует с музыкой 80-х.
это нас тоже устраивает. Нам, к сожалению, нечего разыграть в качестве приза, потому что сейчас будет именно песня. Сейчас будет песня, а вот угадайте. Кто знает, молчит и наслаждается. Сейчас, наверное, вот Дюран-Дюран никто не назвал, а вот сейчас обидно будет. Дюран-Дюран — это одна из моих любимых групп, и я втайне от Коли планирую трибьют-альбом группы Дюран-Дюран с Колином участием. Николай Домкин за роялем. Чтобы он никакого удивления и возмущения своим лицом не продемонстрировал, наверное, согласен, я подозреваю. Poker face. А! Сейчас будет песня, которую Саймон Ле Бон посвятил.
посвятил своему трагически ушедшему другу Майклу Хатчинсу. Michael, you got a lot to answer for. Thank you.
Песен про поезд. Ну, то есть, в смысле, это не наши песни. Мы их не написали, к сожалению. Кто-то из присутствующих в теме? Да. Эту песню очень здорово подпевать. И там отличные слова для подпевания. Два всего. Для самых скромных. Чу и чу. Thank you.
я не напелась, еще спеть хочется что-то. Сразу еще одну песню про поезд. Эпическая. Эпическая поездическая. Bye.
долго таким, а во втором отделении нас ждут еще приятные музыкальные сюрпризы и гости. Не расходитесь! Второе отделение мы начнем с прекрасной джазовой песни авторства Талониуса Монка. Любимая песня арт-директора этого замечательного клуба. Рай, дорогой, для тебя! It begins to tell round me. After sundown,
Спасибо огромное. А сейчас будет цикл девичьих песен. Недавно к двум привычным присоединилась еще одна, третья, не менее девичья. Ну, говоря девичья, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Девичьи страдания. Ну, в философском смысле. И мы как раз третий. Она совсем свеженькая. Я волнуюсь. Спасибо. Ну и еще. Я хочу любить тебя чуть меньше, чтобы стать взрослей и выше ростом, делать то, чего ты не умеешь. Ты чего же это просто? Я хочу любить тебя случайно, нарушая схемы и стандарты. Следующая песня называется «Зачем?».
И третья песня из цикла девичьих. Может быть, я была в твоих мыслях невинна, а может, порочна. Но и это не точно. Может быть, я казалась немного сложнее, немного нужнее. Зачем винить меня за то, что другая я, не такая я, как ты хотел, какой ты писал меня на конце. Зачем винить меня за то, что другая я, не такая я, девичьих песен, я с удовольствием объявляю время сюрприза! С нами сегодня в зале и на сцене наш специальный гость Алексей Геращенко. Встречайте, пожалуйста!
Николай дал ля мажор, а теперь моя задача угадать, что он хочет сыграть. И спеть на эту тему. Сигар есть, я тебе привезу обязательно. Отлично. Чтобы стереотип. Да, у меня две ноги как раз. Отлично, да, отлично. Heaven, heaven, I mean heaven.
the care that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. Oh, but we're out together dancing cheek to cheek. Сенсей Ольга Олейникова. И просто хороший друг и замечательный человек Коля Долкин. А вместе они Reflections Group. Спасибо огромное. А
которая совсем недавно на одном из концертов, благодаря нашей слушательнице, получила название «Песня про кучу времени». Bye.
Спасибо огромное. Сейчас будет панк-госпел под названием «Tell Me». Для тех, кто постоянно ходит на наши концерты, это, наверное, не сюрприз, а один из любимых наших номеров. Thank you.
going down to shoot my lady. You know I got her messing around with another man. Going down to shoot my lady. You know I got her messing around with another man. And there ain't no good. I heard you shot your woman down.
Браво! К сожалению, потому что начинаем заканчивать наш концерт, а я только распелась, но, в общем, так обычно и бывает. Now that we part, oh, there's one side.
собственно говоря, рояль и вокал. I heard the word secret.
I didn't come.